Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Сергея Матвеева. И я купаюсь с Мариной на косе. Посмотрите, Маришка на волнах, пришли с ней покупаться. И посмотрите, какой красивый вид решил для вас снять это место, чтобы вы знали о нем и могли сюда прийти, если будете в Адлере. Посмотрите, это мандарин перед вами. И пляж Мандарин. Смотрите, какие волны сегодня. И вот Маришка там на волнах плескается. Мне кажется, это место энергетически заряжено. Посмотрите, какие красивые облака. Я часто сюда прихожу и смотрю вокруг. Посмотрите, здесь вытекает река Мзымта. На той стороне пляж Сочифорния. И посмотрите, какие красивые горы. Вот такое шикарное место, друзья. Если что, знаете, что оно тут есть. Здесь можно прийти, покупаться на закате, насладиться морем, солнцем, прекрасными видами на горы, а потом пойти в движуху самую на Мандарин. Как красиво! Давайте посмотрим этот закат. Маришка, Маришка. Сезон в самом разгаре. Сейчас начало августа, 10 августа. Такая, друзья, красота. Смотрите, тут много фотографов пришло, работает. Потому что тут локация интересная, можно сделать классные фотографии. Смотрите, здесь самолеты приземляются. Вот сейчас будет самолет приземляться, и можно на фоне заката сделать классные фотографии. Вот видите, приходят фотографы. Делают фотографии. Тут также ставят палатки. Можно даже заночевать. На той стороне пляж Сочифорния. Был шторм, вот кто-то буёк потерял, посмотрите. Вот можно на ту сторону перейти через реку Мзымта. Она сейчас не такая бурная. Вот смотрите, летит самолет. Какие красивые сегодня облака, посмотрите, друзья.
Костя, рыба тут. Смотрите, она большая тут какая. С ладошку. Заблудилась. Маришка. Что-то накупалась? Нет. Это не мой, мой вот. Все. Прохладно. Все, Маришка накупалась. Сейчас пойдем стримить, поэтому подписывайтесь, друзья, чтобы не пропускать стримы и новые ролики. Также подписывайтесь на все мои ресурсы ВКонтакте и в Телеграме. Все, друзья, всем удачи и хорошего настроения. Счастливо!